Путепровод над трамвайными путями в районе рынка Юбилейный официально признан аварийным. Такое решение вынесла комиссия по чрезвычайным ситуациям. После тщательного обследования мостового сооружения специалисты пришли к выводу, что сквозные провалы в тротуарных плитах, разрушение гидроизоляции, коррозия металла создают угрозу обрушения. В первую очередь администрация округа намерена устранить аварийность пешеходной зоны, а капитальный ремонт путепровода запланирован на следующий год. Об этом рассказал начальник управления капстроительства Дмитрий Дунайцев. В текущем году мы устраним аварийность, устраним те плиты, которые несут угрозу жизнедеятельности, мы их демонтируем. Плиты, ограждения, работы мы возобновим в 2019 году. За счет средств областного бюджета, это 100 миллионов рублей, планируется полный ремонт данного сооружения. Мы отремонтируем как асфальтобетонное покрытие, пешеходные зоны, ограждения, барьерные ограждения установим. Так и произведем ряд мероприятий по усилению несущей способности. Путепровод был построен в 1987 году. Его длина 258 метров, ширина 23, из которых 17 отведено под проезжую часть. По краям два тротуара шириной по 2 метра. При капитальном ремонте сооружения его не планируют закрывать полностью, так как участок является одной из самых востребованных транспортных артерий в Старом Осколе.